Здравствуйте, дорогие мои художники. В этом году, не к удивлению, а к радости, я увидел то, что в этом сезоне очень много хороших художников. К сожалению, выбрать всех нельзя было, но я выбрал несколько картин, несколько художников. Прошу вас посмотреть на эти картины. Я хочу представить их. Татьяна Кулагина. Перспективная картина, такую перспективу, чтобы нарисовать, надо очень хорошо уметь рисовать. И надо чувствовать картину. А здесь Татьяна правда чувствует. Давайте следующую. Детализованно Владислав Шумин. Он детализованно, академически сделана картина, безупречная картина. Представляю, что оно будет живую. Следующее. Черно-белый сюжет, сюрреалистический сюжет. Все сделано со своими переходами, со своими вставками, как должно и быть. Здесь никаких пререканий, наоборот, хвала. Горизонт. Смотрите, какие цвета. Прекрасная перспектива. Ну, без много объяснений, правда, оно красивое, Катя. Следующее. Чисто старая, красивая школа, которая нам всегда дает радость, дает воспоминания. Это такая картина. Все сделано. Смотрите, какие глаза у ребенка, как смотрит. Браво, Светлана. И здесь, смотрите, как просто, но многообещающие глаза, много думает глаза. Смотрите, как все сделано. И вот это, чтобы я не выбрал бы, это было бы очень плохо, потому что это очень маленькие работы, очень сложные работы, и сложная техника, я знаю. Но она крутая, смотрите, как красиво все здесь. Выведена детализация. Я бы с удовольствием тоже такие игрушки бы повесил бы у себя дома на Новый год. Так что вот это был мой выбор. Спасибо за внимание. Спасибо вам.